Здравствуйте, мои дорогие друзья. Вот сейчас поздний вечер, уже ночь, и покормил собак. Знаете, вот так вот сижу в огороде и решил с вами поделиться вот такими некими своими мыслями. Может быть, глупыми, может быть, не очень. Да, кто как поймет. Знаете, дорогие, вот те события, да, что произошли 24 июня, на мой день рождения, на самом деле, они, ну, как бы показали, наверное, слабость такую и... И, знаете, одни слова, да, вот нашей такой власти, и показали, что вся власть является, знаете, как такой колосс на глиняных ногах, и одна нога уже рассыпалась, на самом деле так, и люди даже, ну, верившие, да, как-то раньше вот этим псевдопатриотическим лозунгам, они чувствуют в душе, что, ну, реально что-то не то, что-то как-то вот на самом деле не так. И вот это вот чувство, дорогие, оно распространяется на многих везде. Вроде бы начинаешь разговаривать с людьми, да, и как-то, может быть, аргументировать, да, некие какие-то поступки, какие-то законы, вот именно то, что принимаются сверху. Если как-то раньше люди пытались оправдывать, да, живя там в сытости, там, ездя на каких-то хороших, может быть, псевдохороших машинах, да, которые, может быть, даже взяли в кредит, сейчас они чувствуют на самом деле, что что-то не то. И реально вот этот вот такой надлом, ну, возможно, перелом, паучок ползет по моей руке, он произошел. Произошел и в разуме, и в душах людей на самом деле так. Вот какие-то такие вот мои мысли. Не знаю, может быть, как бы это все как-то иллюзорно, но у меня вот такое чувство счастья вам и радости, дорогие мои друзья.